Эта олиповато украшенная палочка для добывания огня, похоже, предназначена для церемонии нового огня, праздника ацтеков по случаю наступления Нового года. Праздник — это 5 дней поста, кровопролития и жертвоприношений. Палочку ставят на грудь человека, недавно принесенного в жертву. Ее искры зажигают большой костер, от которого получают огонь все находящиеся рядом храмы. Но эту, похоже, ни разу не использовали. На ее зарубках нет крови. Когда после долгой засухи начались дожди, крысы вышли из нор в поисках еды. С ними пришли паразиты и разнесли заразу. У заболевших шла кровь из ушей и носа. Они погибали в страшных мучениях. Умерших было так много, что некогда людные города совершенно опустели. Что значит, ты не взял ее? Я едва не попался. А что мне оставалось? Она точно на месте. Что, если тело обнаружили? Он был не на дежурстве. Его не скоро хватится. Хорошо. Значит, вернешься и заберешь ее. Я обратно не пойду. Не мне же идти. За мою голову назначена награда. Прости, Хакан. Я пытался. Я почти достал записку. Я знаю, брат. Ты тоже выбралась. Отлично. Арон, эта девушка спасла меня из тюрьмы. Очень приятно. Кстати говоря, стыдно сказать, но я так и не спросил твое имя. Лара. Что ж, Лара, как видишь, Арон жив-здоров. Похоже, я зря послал тебя на это задание. Прости меня. Может быть, и не зря. Это о чем-нибудь тебе говорит? Откуда? Я видела, как Аарон расправился со стражем. Жрица, это ты? Да. Ты правильно сделал, что убежал, Аарон. Если бы тебя схватили, не видать нам записки. Эти символы мне не знакомы. Это тайный язык. Амару использует его для общения со своими людьми. Вроде как речь здесь идет о... Мы считаем, что речь об укрытии Высшего Совета. Только члены секты знают этот язык. А ты его знаешь? Моя сестра Аци, она... Можно я скажу? Я был женат на ней. Когда-то она была приверженцем Амару. Она и научила меня их секретному языку. Ты смог переубедить ее? Никто не мог переубедить Аци, кроме самой Аци. У нее был сильный характер.
Я очень ее любил. Итак, тут сказано, куда нам идти? Нам? Ну ладно. Ты знаешь заброшенную деревню на окраине города? Да, смогу найти. Хорошо, встретимся там. Арон, если не придет... Хакан рассказал мне, что Амару и его сектанты использовали тайный язык, чтобы передавать секретные сведения. Через час приведи всех, кого сможешь. Договорились? Да.
Кен, ты... Сюда, быстрее! Лара, беги! Как раз увидишь, как умрет твой друг. Стой! Может, есть другой путь? Лара, верно? Говори. Предлагаю сделку. Сделай кое-что для нас, и твой друг будет жить. Так просто? Зачем? Ты меня впечатлила. И не меня одного. В Пайтите у тебя уже серьезная репутация. Лара, не надо. Не отдавай его им. Что вам нужно? Богоубийца, разумеется. Разве не за этим вы здесь? Не слушай его. Амару сам объявил об этом испытании. Кто получит богоубийцу, сможет бросить ему вызов. Твой друг скрыл, зачем он охотится? Любопытно. Но это не мое дело. Здесь начинается твое испытание. Добудь богоубийцу, принеси мне, и твой друг будет жить. Да или нет? Лара? Если на нем будет хоть одна царапина, вы все умрете. Прибереги свой пыл, пригодится. У меня нет столько места. Thank you.
Смертный убивает бога при помощи лука. Забирает его корону и трон. Это богоубийца. Должно быть, я уже близко. Вода кишит пираньями. Ну что же, главное не... Вода кишит пираньями. Ну что же, главное не лезть в воду. Ворота блокируют плот. Надо придумать, как их открыть. Должен же быть способ открыть ворота. Крутящиеся клинки. А как же? Нельзя же просто так открыть ворота. Надо слезть, плота. Я там ни за что не пройду. Черт, снова узкое место. Thank you.
Невероятно. Вот это ворота. Надо придумать, как их открыть. Ладно, теперь ищем путь в обход. Черт, плот снова застрял. Сосредоточься, Лара, и решение сама найдется. Еще не все. Отлично. Теперь плот может двигаться дальше. Клинки. Но почему все время клинки? Очередные ворота. Надо придумать, как их открыть. Я не могу тут стоять, платформы тонут. Открываться так же, как и предыдущие. Я не могу тут стоять, платформы тонут. Здесь изображены воины, которые осмелились принять участие в испытании водой и огнем. А это награда. Должно быть, это богоубийца. Наконец-то. Богоубийца должен быть здесь.
Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро.
Что-то блокирует механизм башни. Надо выяснить, что. Не подобраться. Надо узнать, из-за чего идет бой. Получилось. А ты, должно быть, богоубийца.
Штупач, Мапуцу. Shulmak patal, lakalok timok waputso, chen kakam patal, kalanti kapaches, chul mentite kapat pachido. Beyo chikan, ektipich chepnalok kum kimesik, unapu yo kelinile kulpun chul tikapat pachile, tachmatin tuklak wa masahaki, balik tselik chane, mentisa mentile, nishbal kukinang il telo, le lovele, balechen juntul hesh letio, Nukan al Wakushu. Они идут. Черт! Хакан! Давай! Ха!
Зачем ты мне солгал? Потому что я стыжусь правды. Какой? Что нет никакого тайного укрытия сектантов? Что ты просто хотел достать богоубийцу и убить Амару? Да. За то, что я сделал. Это я убил свою жену. Но он вынудил меня. Она хотела нас выдать, не думая о будущем дочери. Я любил Аци, но она стала рабом секты. И ты убил ее? Освободил. И сейчас мы снова будем вместе, далеко от его влияния. А Кайера? Как же твоя дочь, Хакан? Все улажено. Часка ее не бросит. Она вырастет ее сильной и доброй. Лучше меня. Ты слышал? Я знал. Много лет я ненавидел его за это. Но сестра была больна. Она знала, что секта отравила ее, но не могла уйти от них. Мне... Мне очень жаль, Арон. Покойся в мире. Она ждет тебя. Спасибо, Лара, за все, что ты сделала для моей семьи. Возьми. Вдруг тебе представится шанс. Мы легко нашли спрятанный город. Координаты, полученные от Тринити, оказались правильными. Местные жители не доверяли нам, и мы вошли в город с приставленными к нашим шеям копьями. Среди жителей начался переполох. Позднее мы узнали, что за месяц до нашего появления в город прибыл отряд инков. Лопес придумал историю о том, как мы дезертировали из армии испанцев, поскольку не выдержали ужасов войны. Он сказал, что мы с радостью обменяем все наши товары на убежище. Нехотя они все же позволили нам остаться в городе. Но с тем условием, что мы оставим броню и оружие в хижине за его пределами. Наши люди колебались, но в конце концов мы договорились, что двое из нас останутся охранять снаряжение.
Нет места. Ничего не могу взять.